Положение дел в московской системе ЖКХ совершенно неудовлетворительно. Люди получают квитанции с огромными и непонятными суммами, а управляющие компании, пользуясь несовершенством методик расчетов, фактически грабят людей. Неполадки и коррупция в сфере ЖКХ не только наносят многомиллиардный ущерб городу, но и ведут к постоянному росту коммунальных тарифов, возможности многих семей, особенно пенсионеров, самостоятельно оплачивать коммунальные услуги практически исчерпаны. В этой ситуации даже не приходится говорить о повышении качества управления московским жилым фондом. В капитальном ремонте нуждается половина московских многоквартирных домов. А городские власти собираются заставить жителей таких домов оплачивать капитальный ремонт самостоятельно. Тарифы на коммунальные услуги в Москве ежегодно растут более чем на 10%. За последние 10 лет квартплата увеличилась в 10 раз. А насколько увеличились зарплаты москвичей? Семья не должна платить за электричество, воду, газ, как будто она занимает половину многоквартирного дома. Управляющей компании я поставлю под жесткий административный и общественный контроль. Формирование тарифов должно быть абсолютно прозрачным. Коммунальные тарифы должны быть справедливыми. Николай Левичев, справедливый мэр.